чтобы вас охраняло все от этой всякой нашей жизни. Сейчас всю нашу жизнь такая, что ни с того ни с... Ну как ни с того ни с сего? Будешь против что-то говорить, тебя могут раз и посадить. А за что? За то, что я не согласен так жить? Как это так? Это только рабы не могут возмущаться. Рабы, бараны, вот их волк давит, они молчат. Он одну крутнанул, они стоят. Я сколько раз сидел, это караулил. И стоят. Он одну задавил, те толпой стоят. О, вторую хватает. Они отскочили опять на его смотрят. Я так не хочу, понимаете, не хочу я так жить. Ну, что будет, то будет. Но я всю жизнь как-то, у меня и предки, всю жизнь не молчали, зато и Катерина вон куда вышла. А вы бы я сейчас жил, блин, на яблоках там, все, что вдруг пробить. Ну, как получилось, так получилось. Это 1780-м, по-моему, году или что-то. Да. Потому что через 100 лет Ленин родился. Хотел нас народ выручить. Мы опять куда-то попали. И нам хотят, говорят, вот мы, блин, а мы-то что, мы работаем, мы не сидим, блин. Мы всю жизнь отработали, и сейчас нам покоя нет. Посмотришь, вот, все, народ, это, вон, это, Путин выходит, ты так во Франции, так с Франции-то, пенсионеры-то, вон, у нас путешествуют по России. А мы-то не можем, пенсионеры-то, мы куда? Мы дров взяли, за лекарства заплатили, мы сидим без денег. Когда мы будем нормально жить, мы тогда и тогда не будем говорить, что мы там плохо живем. А если мы плохо живем, мы почему должны молчать и не говорить, что мы плохо, истинно плохо живем? Ну, во всем уживаемся. Во всем. Вот во всем, во всем, во всем. Дров купили надо на что-то, на чем-то другом сэкономить. Что всегда в кабале сидеть, что ли, в кредитах, что ли, так? Заболел, значит, ты это. Вообще в нищету впадешь. А похоронить там вообще? И жить страшно, и, блин, похоронить это все надо. Не знаю, в кабалу залазить и потом человека хоронить. Или что, мы будем, что ли, вот так выкопал? Мы что ли на амбразуры кинули? Чтоб нас спокойно расстреляли, что ли, чудо. Да не сейчас кто? Вот. Так и такого оружия. Расстреляет, да и все. И что там? Так это разве можно с своим народом-то воевать? Зачем это всю гвардию, армию, блин? Я не пойму, нас вроде никто не угрожает. Чересчур. Еще одного матча игрового дня, занимающий пятую строчку. Ну, не знаю, вот такие дела. Но всем добра, всем не болеть. Хотя сложно в нашей жизни не болеть. Вон у людей, блин, затопило, пожалуйста, затопило. Подполье, тишина. Не знаю, сейчас пишу, все молчат. Все молчат, сказать, что ли, или что ли. Я везде, всюду говорю и блогерам, и все, я говорю, ну... Помогите что-то сделать, чтобы людям-то было нормально.
чтобы они жили нормально, у них дети, у них картошку затопило. Они-то не виноваты, что сюда пришла какая-то компания золотая, начала там рыть, там копать. Столько лет не было, блин, это, короче, блин, не было всяких этих потопов. И начало людей топить. Ну ладно, вот там два, три домика стояло за Култуком. Там всегда, но не понравилось было Куличу, что-то где-то тоже навредили. Он пока не выжил эти три дома, он не успокоился. Укочевали, сейчас ключ там исчез. Вот в чем система-то. Да как старики они строили, что они раньше там построили там. Они бы не строили, если бы воды там, воды, вода была. В подпольях или где ли приходила, там закипала, они бы никогда не построили. А сейчас, пожалуйста, у них вода, сейчас куда они вот деваться? Даже молодым не то что, а старикам, куда они денутся, бедные старики. Ну и будут они вот в этой сырости, там все у них обвалится. Будет грибок, у нас уже даже грибок вот здесь. Воюем, так у нас там подполья-то воды нет. А там что будет? Вот такие мои мысли. Это не экстремист, это, блин, жизнь. Вся жизнь. Вот. Всем пока, всем добра, не болеть. Всем здоровья, добрым людям. А кто плохие, сами получат обратно. Я все.